К участию в чемпионате по стрельбе среди представителей ОМОН допускаются сотрудники со стажем не менее года. Силовики с опытом владения оружием, тактическими приемами, ведения боя. В этом году новшеством соревнований стало приглашение военнослужащих 38-й отдельной мобильной бригады. Среди участников 40 человек. Задача каждого – показать свои силы в нескольких испытаниях. Индивидуальные упражнения в классе пистолет, карабин, а также групповые упражнения, в которых участникам предстоит работать в составе штурмовой группы. А заключительный этап состязания должен определить, насколько слаженно взаимодействует подразделения в целом. Начало спортивной встречи положено, говорить о прогнозах пока рано. Однако два соревновательных дня уже показали, на что способны участники команд. Военнослужащие 38-й бригады очень хорошо стреляют из автомата, как бы результат у них очень хороший. Из пистолета чуть-чуть они послабее. Очень сложно подвести еще итог, как бы, потому что в принципе взвода подобрали достойных сотрудников, то есть как бы уровень их довольно высок, и отставание очень минимальное друг от друга. И, в принципе, все решит последние, возможно, дни. Соревновательная составляющая сыграла свою роль. Участники чемпионата выкладывались по максимуму, дабы достойно представить свое подразделение. Впечатление хорошее, потому что это практика, которая должна быть в таком подразделении. Плюс, ну как, силы у всех, в принципе, равны, потому что подготовка идет у всех более-менее одинаково, остальное уже зависит от участника, как он настраивается, как он тренируется, как он готов к выполнению испытания. Сегодня можно уверенно сказать, традиция проведения чемпионата, заложенная в прошлом году, прижилась и имеет предпосылки плотно вписаться в калейдоскоп спортивных событий города. Если первые состязания собрали 18 участников, то число нынешних стрелков возросло существенно, и это говорит о многом. Подобные соревнования способствуют совершенствованию мастерства стрельбы, оттачиванию навыков ведения боя, воспитывают бойцовские качества. Помимо всего прочего, состязания помогают обнаружить свои ошибки, провести анализ на основании выступлений коллег. Я принимаю участие каждый год, иногда и несколько раз в год, когда проводятся соревнования. То есть, ну, постоянно езжу на соревнования. Как успехи? Когда хорошо, когда не очень. Стоит участвовать, но как бы больше опыта набираешься, владение пистолета, точности стрельбы, как бы в службе это всегда понадобится. София Бережная, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.